Очень вкусная и сытная закуска на скорую руку. Приготовить лаваш с красной рыбой и огурцом можно и в будни, и к любому праздничному столу. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Огурец нарежьте брусочками, филе красной рыбы нарежьте небольшими полосками. Смажьте лаваш плавленным сыром и посыпьте любой свежей зеленью. Вдоль на один край выложите в ряд филе рыбы и нарезанные огурцы. Заверните начинку в лаваш. Следующим рядом вновь выложите филе слабосоленой красной рыбы и огурчики. Опять заверните начинку в лаваш. Данную последовательность повторяйте, пока лаваш полностью не будет завернут. Готовый рулет из лаваша с красной рыбой и огурцом уберите на час в холодильник, чтобы он пропитался. Приятного аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!